Хасан Али. Делает ему передачу Вальбуэна. Прострельная передача. И Эрнани. Это был Барриос. Прошу прощения. Выбивает мяч в боковую линию. Вот Вальбуэна. Подача. Шкартел. Сейчас борется с Барриосом. Ох, как красиво Барриос уходит сейчас от Словака. Отыграл назад на Жайлсона. И дальше передача направо. Здесь Исло. Он будет подавать. Еще один угловой. Тяжело приходится «Зениту». Конечно, чувствуется, что не хватает кондиций официальных матчей. Но ничего. А он забивал нашу команду, кстати говоря. И «Локомотиву», и «ЦСКА». Да, не единожды. Фенер идет вперед на кураже. Набиуллин дарит эту атаку Фенербахче. А вот здесь хорошо поборолся Эрнани. Барриос закинул мяч на Дзюбу. Снова едут ноги у Шкартелы. Отличная подача. Сейчас тонкой пяткой Хасан Али сыграл. И продолжается атака. Это Слимани за пределами штрафной оказался. Его вытесняет Барриос. И приходится делать пас назад. Снова потеря. Левым флангом атакует Фенер. Здесь уже Виктор Мозес. Он очень активен. Да. Для Мака, который сместился со своего правого фланга для того, чтобы попытаться что-то сделать штрафной соперника. Еще одно нарушение. Мозеса бьют нещадно сегодня. Он каждый раз, когда мяч получает, пытается ускориться. И нужно его как-то останавливать. Барриос, как его называют, питбуль. В борьбе он, конечно, очень хороший. Вот новичок «Зенита». Практически все свои атаки Фенер проводит через фланги. Очень редко через центр. Вальбуэна. Он сегодня очень хорош. А мяч за «Зенитом». 30 сантиметров, а может быть даже меньше, находился от него Мартин Шкартел. Мозес. Включает скорость. Проходит по правому флангу. И дальше подкат от Вильмара Барриоса. Говорят, был интерес от дортмундской «Боруссии». Но действительно переход не состоялся. И контракт Романа Штеттера заканчивается летом. Не факт, что будет продлен. Первая минута добавленная уже истекает. К сожалению. Эрнани. Играет на Барриоса. Подача Дзюба. Нужно побороться. Очень тяжело. Анюков. Азмун. Нет. Кстати, перепрыгнул Барриос. Очень хорошо. Две минуты смело добавили. Смольников. Дзюба. Барриос мячом. Дзюба. Смольников. Пас вдоль ворот. Не успевает чуть-чуть, но красивая комбинация. Вот то, что надо. То, что надо. Угловой удар. Да, кто-то задел все-таки. Кто-то задел вратарь. Шкартел сейчас рукой держал Азмуна в воздухе. Положил руку ему на плечо. О, какой пас от Азмуна! Удар! И выше ворот! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Но там вратарь выручил. Это Андре Аю сделал такой неудачный пас назад, поэтому и не было положения вне игры. В принципе, он же нападает с быстрой скоростью. Мозес! Мозес! Удар! Мак! Просто он продавил. Там защитник был ближе к мячу. Мозес! Барриос в падении забрал мяч. Вот и Барриос. Дзюба! Перевод на... Хорошо задумано было. Барриос! Его завалили. Штрафной удар. Барриос как бульдерьер. Если вцепился, у него мяч не отобрать. Молодец. Пусть не обижается. Бульдерьеры тоже очень хорошие собачки. Очень хорошие. Есть любители их. Но они цепкие. Барриос! Надо бить! Ищет, кому отдать. Да. Ой, хорошо. Ракицкий! Барриос! Барриос! Не проигрывать мяч. Да. Сейчас Барриос просто выручил «Зенит». Какое напряжение, какие голы, какой обновленный «Зенит».